С белой зимней стужи в вечное лето. Переступив порог, попадаешь в царство зелени. Тысячи растений тянут свои побеги к свету. На кустах зреют огурцы и томаты. Еще немного, и можно собирать очередной урожай. И уже совсем скоро эти овощи окажутся на столах жителей Абакана. Это на сегодняшний день, если мы говорим про тепличный комплекс Воскресенский, он занимает более 20% рынка в городе. Более того, это предприятие поставляет свою продукцию не только на рынок Хакасии, но и на рынки других регионов, ну и прославляя в том числе наш город. Ну, наверное, с самого создания он являлся нашим партнером, палочкой-выручалочкой во многих городских проектах. И в первую очередь, конечно, это проекты социальной направленности. Это и помощь детей в школу, это и подарки ветеранам, и это и День города. То есть на всех различных проектах, отмечаю, социальной направленности, тепличный комплекс Воскресенский – это наш замечательный партнер. Именно такие производственные площадки восполняют для Абакана отсутствие градообразующих предприятий. Первый блок тепличного комплекса начали строить в 2012 году. Расчистили территорию от мусора, отсыпали ее гравием и забили сваи. Фундамент получился надежный и крепкий, как и само предприятие. Там вот неприметная такая коробочка стоит на входе. Это называется компьютер управления. То есть благодаря ему происходят все процессы. То есть агроном задает все параметры. Соответственно, вот там маленькая емкость. Это рабочий раствор в ней хранится. По заданию компьютера, соответственно, берется из каждого бака минерального удобрения, смешиваются. И уже по трубопроводам вот эти вот черные штуки, это вот через них подается уже непосредственно к растению. Все вот эта вот вся система называется капельный полив. Все эти машины и автоматы призваны облегчить труд человека, но не заменить его. Работников здесь, как и на любом другом предприятии, много. Кто-то высаживает растения и ухаживает за ними, кто-то обеспечивает их теплоэнергией, кто-то собирает и расфасовывает урожай. Кстати, наравне с людьми в теплицах трудятся и шмели. Их здесь специально содержат для опыления. Экскурсия не совсем обычная. Экскурсия приурочена к тому, что нашему тепличному комплексу, наверное, ведущему предприятию в этой сфере в городе Абакане, сегодня исполнилось 10 лет. 10 лет в условиях такой сложной конкурентной среды, в условиях Сибири. Тепличный комплекс в условиях Сибири – это всегда в крайней степени сложно. В условиях дорогих энергоресурсов, это действительно для предприятия очень серьезный срок. А предприятию хочется пожелать только одно – развитие, расширение, благо, возможности для этого есть. Сегодня в день юбилея на предприятии чествовали лучших работников. Их труд отмечен грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия и администрации города Абакана.